мы, наверное, один из самых таких волнительных дней для вас и для нас, когда мы вручаем ключи, это очень, ну, символично. Если вспоминать прошлый год, мы приобрели для детей, сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 27 квартир. В этом году мы также купим 23 квартиры, по-моему, насколько я помню. 6 из них сегодня. Правильно, да? Мы приобрели. И буквально, наверное, до конца года, естественно, будут приобретены все квартиры и вручены ключи. И ключи – это очень важно для человека, когда можно вернуться домой. Вы, наверное, все уже давно мечтаете о своих квартирах. Будьте активными членами общества в нашем Енисейском районе. Не расстраивайтесь, или это слезы счастья, да? Ксюша. Самого процветания, вот, всего самого хорошего.